Здравствуй, Петр Егорович. Спасибо, что вы согласились с нами поговорить сегодня. Я так благодарна. Расскажите о здании, в котором мы находимся. Да, этот музей под открытым небом создал наш аксакал Сорунмуллон Сипсев Дмитрий Кононович, великий якутский писатель. У него очень много трудов. Он не только этот музей создал, а три музея Якутской Республики под открытым небом. Это первый музей, который показывает жизнь и обычаи нашего якутского народа. А второй музей – «Дружба народа», музей Сотчинский в Узгалданском районе. Наверное, там бы побывал, и там посмотрели тоже обширный музей с многими объектами. А вот третий музей – Кадаевский, это Кюльский музей. Да, этот музей назначен для великих писателей якутского народа. Там и все основные великие писатели, в основном из Статинского луса, Эксюкуля Алексеевич, это первый писатель якутского народа, который начал писать уже прошлые века. А вот после его Алампа Сапронов, тоже из Татинского луса великий писатель, великим человеком, который государственный деятель, первый основатель советской литературы, вот сидит наш земляк, здесь родился, здесь вырос, и отсюда, значит, он начал свою работу. Значит, это вот зал? Аюнский. Этот зал как бы представляет собой? Вот этот зал в прошлом году открылся. До этого создано здесь много объектов, которые показывают жизнь полицейских, и нашего советского, наших предков вообще. Так потом вот этот построен здесь этот зал для экспонатов музея называется. Вот хороший музей. Да. И здесь я несколько раз выступил, меня снимали как бы. Хорошо. Вот, если сказал в этом здании. Хорошо. Это очень хорошее здание, мне нравится. Вот музей замечательный. Вот сейчас мы вот встретились, чтобы говорить немножко об Алан Хоу. Вы являетесь как бы один из последних Алан Хосутов, поэтому скажите мне немножко об истории Алан Хоу. Например, как исполнилось Алан Хоу в прошлом, скажем, 19-20 век? Ага. Вы правильно заметили, что вот наши самые лучшие ланкасуты, великие ланкасуты появились и родились, и здесь, здесь творили свой ланко как раз в 19 веке и начало 20 веков. Так? Их было сотнями в разных улусах, во всех улусах эти ланкасуты появились. Потому что пик развития Оланхо именно 19 век и начало 20 века до советской власти, до появления советской власти. Вот тут можно сказать, что Оланхо – это великое произведение, устное творение отдельных лиц оланхосутов. Они создают такое длинное повествование, песни героев, и длина ланко, сейчас говорят, до 3 суток, самые лучшие ланкосуты. Конечно, у нас есть обычай слушать ланко, тоже имеется якутского народа. Не ночью, днем подряд слушают, они после окончания работы обычно садятся слушать ланко после обеда, скажем. И до глубокой ночи или иногда продлится до утра. Так, если ты 3 вечера и 3 ночи ланко суд говорит, это уже, можно сказать, 3 сутки. Это чудно, конечно. Такие просто
просто мы не понимаем вот память и творчество, как это на три дня, это, конечно, удивительно. Поэтому называется это шедевром. А, во-во. Вот, значит, вот в прошлом исполняется вот такими длинными ночами, днями, вот так. А как тогда обращались к Олонхусутам? Какое отношение было в 19 и рано 20 веке? Какое отношение было к Олонхусутам? В то время, конечно, не было таких, как у нас, телевидение, радио и так далее, печати, газеты, разные книги, журналы. И якутский народ только развлекался именно этими олонками, так? Потому что олонкусы там очень высоко ценятся, как творец, верования и обычаи своего народа. Поэтому тогда была действительно среда слушателей олонко. Если олонкозы переходит какой-нибудь семье или балаган, по-якутски говорят, там собираются все близкие зрители этого балагана и слушают. Как мы сказали, что целую ночь это Олонхусута. Это, в свою очередь, как будто праздник появления Олонхусута. Таких Олонхусутов в то время тоже мало было, великих Олонхусутов. А такие простые Олонхусуты, конечно, имеются. Их сейчас всех причисляют, поэтому в то время жили сотнями Олонхусутов. Жили, творили и рассказали свою ломкопот. Поэтому с тех пор нашим поколением ломкосуты оценили очень высокое творение, их творение, конечно. Ага. А потом вот пришла советская власть, да? Да. И немножко отношение изменилось. Немножко рассказывайте об этом. Конечно, после установления советской власти Олонко несовместимо с политикой партии, правительства, советская власть. Политика, если вы изучаете историю, вы сами знаете, что вот, там не верится это верование народов. В общем, вера народов, так? И пусть это будет православный или крестьянский, или якутский свое верование, так? Это они на второй план ставили. А вахцы, они, по-якутски говоря, дьяволы и тому прочее, шаманы, шаманки, и все это отстранились. Потому что политика советской власти это не признавали. Это они считали шарлатанством или что-нибудь такое нетворением народа. И в связи с этим Олонко тоже оставлено на второй план, задний план, потом вообще забыто об Олонко. И критиковались олонкосуты, если они выступали перед народом. Даже нашего великого Оюнского критиковали. Он сам олонкосут написал первое якутское Олонко, очень длинное, нюргумбатр стремительный, который считался таким уникальным трудом для олонкосута, даже для писателей всех. Вот этого человека даже критиковали, а он все-таки выдержал и поставил олонко на высокий уровень. Сам напечатан, руководил этим гуманитарным институтом языка и литературы, поэтому все-таки он сохранил. Поэтому благодарен до сих пор вот Оюнскому Слепцову Платону Алексеевичу. Вот так было, значит, начало 20 века Олонко стало забывать. И после этого Олонко что-то вообще не стало. Значит, вот потом
действительно они стали сделать, например, в театр и так далее. Какие реакции было от советской власти, когда, ну, исполнили все-таки Аланху? Какие, ну, что они могли бы делать? Ну, я сказал, что это совсем забыто, нельзя сказать. А. Все-таки этот Аланху основа литературы якутского народа. Потому что Аланху очень рассказывает художественно, с глубоким содержанием жизни и борьба народов не только якутского народа, и всего мира. Вот поэтому некоторые части все-таки советская власть признавала. Вот поэтому Аланху наоборот, как спектакль на театр расставились. Первый Нюргун Батыр остался в 1957 году в Москве даже. Вот. Как раз в прошлом году я в составе делегации Воды Якутской Республики был в Москве. Это в связи с 375-летием воссоединения Якутской Республики с Россией. Там отметили 50 лет становления этот Аланху города Москве. О, хорошо. 1952 году Нюргун Батыр ставился именно как спектакль города Москве в Большом театре. Угу. Вот. И я можно упомянуть об этом, но как великое произведение Аланху я все-таки оставлено на задний план. Все понятно. Да. Угу. Спасибо. Тогда возвращаемся немножко к вашем детстве. Ваше детство. Расскажите, пожалуйста, как вам передалось вот это умение петь и говорить Аланху? И если хотите, конечно, на якутском языке. Вот. Ну, я попытаюсь на русском языке расскажу. При детстве мой отец, который работал еще князем, это третий из Жахшахонского населения, в то время Батурский улус, нас называется Батурском улусе, и здесь Черкеха, он любил слушать Аланху. Поэтому он вызывал специально лучше Аланху сутов. Ну, из Белийской округа, из Серовчинской, из Статинского улуса. И слушал. Тогда мы с маленьких лет все так и слушали Аланху. Так? Аланху очень привлекает к себе всех слушателей. И в том числе и маленьких детей. Хотя мы маленькими были, все так и очень интересно было слушать лучших аланхусутов. Я их несколько фамилий могу назвать. Это Брызгала из Черовчинского улуса, из наследия Мурла, Отчах Прокопа. Отчах Прокопа, это псевдоним Бродя. Он очень хороший аланхусут из Черовчинского улуса. А также Теплоуха Тимофеев жил в Черовчинском улусе, Ханьксарском населе. Кстати, я вот в этом году я туда съездил, в связи с там стройкой нового дома Аланху. Они и меня вызвали, и там слушал Аланху. Это 130-летие этого Аланхусута Теплоухова. В связи с этим они восстановили дом Аланху Балаган, как будто так. И там я принимал участие. И я слушал своего лучшего Аланхусута, своего наследия. Денис Эльбиряков был. Дениса Эльбирякова. Кстати, недавно умер его сын, участник Великой Отечественной войны, Григорий Эльбиряков. Он тоже хорошо пел, но Аланху-то не рассказывал, а поет-то по тою очень хорошо пел. Кроме того, у нас в нашем районе этот Илларион Тавыдов из рядом наследия, из Шаванского наследия. Его слушал я несколько раз. Mm-hmm. Этот
День Победы 45-м году День Победы именно улуса. Только эти два ломка тут остались, и они пели День Победы ломко тогда. Тогда я тоже слышал. А остальные все умерли и вообще не значит, остались. Так, да? Вот, то, может быть, оттуда и мне осталось немножко это понятие «волонко». Да? Конечно. Я так думаю. Да. Значит, отец вызвал, и вы слушали. Я их слушал. А кроме того, брат моего отца, Николай Егорович Решетников, КГМ Николай, по псевдониму, я как раз принимал его псевдоним. КГМ «Ветер» меня называет сейчас. Вот он рассказывал о ломко и пел хорошо. Это мой брат моего отца. А если по матери, она из Чуровчинского района, из Аласа Чурайца, близкий родственник Семена Андреевича Новгородова, который у нас первый лингвист, первый создал этот письменность якутского народа из Чуровчинского района Болтавоновского населения. Он создал первую письменность якутского народа и первый букварь, по которым учились в школе. Да? Как раз отец моей матери, близкий родственник, он тоже был тавиксутом и ломкосутом. Можно было отсюда и немножко унаследовал это ломко. Вот. С двух сторон по родственному связи я, может быть, связан в какой-то мере. Отлично. Мне очень интересно. Я бы хотела немножко поговорить о выступлении. Значит, первое выступление. Какие успехов вы испытывали и трудностей, конечно, тоже. Как стало ломкосутом, да? Ну да. Ну это как будто случайно стало. Ну, молодые годы я только пел тоюк, так? А ломком вообще не занимался. И вдруг здесь обычно бывает международный фестиваль художественной самодеятельности здесь. Бывает. И один раз, когда я уже вышел на пенсию в старости лет, меня вызвали этот работник культуры, Дома культуры, и сказал: «Петр Егорович, ты хорошо поешь этот тоюк. Может быть, о ломко расскажете? Вот у нас в программе включен жанр из ломко. Отрывок, что ли?» Тогда я сказал: «Ломко – это длинное. Концертной программы нельзя включить такое». Они: «Нет, вот написано, если мы это не исполним, штрафное очко получим». Так меня первый пустили на сцену. Ну, я придумал, и первое ломко начал было рассказывать уже. 5-6 минут прошло, 10 минут не доходило. Они: «Петр Егорович, мы ходили так быстро, старик, что все время затратим наш концерт». И меня выгнали отсюда. Тогда мне появились, оказывается, я могу рассказать о ломко от себя. Сколько тогда вам было лет? Не, друзья, я на пенсии. Это конце 80-го годов, ну, наверное, лет там 60 с лишним, около 70 лет. Это очень удивительно. Я недавно стал ломкосутом, если сказать так. Это очень удивительно. Я думала, что это, наверное, было из младших. Это очень удивительно. Это у меня, наверное, по уследованию где-то сохранилось. Да? Я слушаю все-таки детство о ломко. Кросс о ломкосутом. Второе, если по гену, это у меня старший брат и дед тоже были ломкосутом. Отсюда все-таки что-то передается, может быть, так? Это очень интересно. Значит, какие потом успехи и
трудности были, ну, после, скажем, первого выступления? Ну, трудности я сказать не могу. Конечно, когда вызывают и меня попросят так рассказать о Ломко, я не отказываюсь. Так. Ну, постепенно так. Сначала вот как раз заместитель директора этого музея Звела Яковлевна вызвала меня и здесь. 40 минут мы Ломко она снимала, так? Потом Цурана Молла в то время был жив и создал этот музей, созданный уже. Он заходил в гуманитарный институт отдела Ломко. Там Надежда Панасьевна тоже, ну, главный специалист по Ломко. Ему сказал Сурана Молла, там живет Черхеха Питер Решетников, который от себя Ломко рассказывает. Вы почему там не бываете и не снимаете? Ну, оттуда сразу они приехали. Потом и приехали, снимали меня Ломко. Сначала двухчасовую, потом пятичасовую Ломко. Так, и меня по республике признали этим, не Ломхосутом, или импровизатором Ломхосутом. Потому что от себя я создал Ломко, и все второе Ломко, первое Ломко что-то критиковали, это слишком гуманный богатырь якутский, потому что он оставит живой своего противника Ава-богатыра, да? Ава-богатыра, дьявола-богатыра. Такого Ломко не бывает, сказал, критиковал. Тогда я создал второе Ломко, который называется Вардахуна. Как это переводится? Ну, человек очень сердитый, очень жесткий такой, в общем. А как называется это? Этот человек богатый? Вот такого вот создал я. Я на этот раз никого не оставил живого. Он все уничтожал своих противников. Ой, жестокий был человек. Таким образом... Второе Ломко тоже, видимо, создалось так. Это длинное Ломко. Я сказал, около 10 часов каждый рассказывается, поется. Если продлить, конечно. Продление и исполнение у Ломко, это зависит от способности самого. Это у Ломко-сута. Он на ходу можно продлить Ломко. Прибавить содержание, новое содержание. Вот так. Хорошо. Значит, есть две длинные. И я слышала, что есть короткие для детей. Вот рассказывайте о Ломко, который, ну, несколько вы писали для детей. Так, кроме этих длинных двух Ломко, у меня короткие Ломко можно создать сколько угодно, потому что это получасовую, ещасовую Ломко я сразу на ходу записываю, так, если заказ имеется. Меня закрепили здесь детсаду, называется этот Аленушка детсад, Черкёкская. Потому что это Вереспилюка единственный детсад, который воспитывается на духа Ломко. Так? И по методике, говоря, по методике Ломко воспитывается эти дети. Сюда переезжает из республики, из Улусов, это работников, воспитателей, детсадников, что провести семинары. Там я принимаю участие и часто меня вызывает там детсадником. И я написал для них, ну, скажем, три такие короткие Ломко. Ну, получасовую для детей или часовую Ломко. Из них два Ломко Аладир вот так Рамок Соллай, Кюста вот так Кюн-Кюндил Вокатыр. Напечатается нынче книгой. Очень много экземпляров и распространяется по всей республике для детсадников. Потому что детсадники сейчас очень много обращают внимания на эсманьких, их надо воспитывать
своєму рідному язику, своїм рідним традиціям і обычаям своєго народу. Таких. Такой детсад именно, это Черкёвский. И специально приехали из института и меня закрепили. Mm-hmm. И часто я, частый гость для них. Они детсадники, хотя маленькие, они исполняют этот самый герой Олонку очень хорошо. Мы вот недавно передали из Якутска Кюста Охтакын Даркан Бухатыр, которые исполнили эти детсадки маленькие. Очень хорошо исполнили, оказывается. Я видел телевизора, они передали из Якутска Кюста Охтакын Даркан Бухатыр. Кроме того, я, если заказ есть для школьников, то напишу этот Олонко. Часовые такие короткие, они изучают и используют тоже. Они особенно учителя культуры, там какие, как называется, которые занимаются Учителя национальной культуры и духовность имеется. Вот они используют этот. Написано мною Ломко. И в следующем году я, наверное, будет выпускаться 3 книги мои Ломко. Кроме такого, но последнего очень длинного Ломко сейчас тоже, в общем, напечатать, готовится напечатать. Это будет уже третий? Второй. Первый ломко нынче уже напечатает, а следующий второй длинный ломко. Я могу, конечно, написать или рассказать о ломко и третий, но я не так распространяю. Им прямо сказал, и два ломко хватит для меня. Зачем третий ломко и длинная? Так? Они согласились. Хорошо. Значит, вот следующая тема. Верование и Оланхо. Какая роль играет якутское верование или вообще верование и Оланхо? Оланхо включает все традиции, это верование и обычаи якутского народа, там все включено. Их жизнь в лице якутского богатыря они ставят свой герой. Так, поэтому Оланхо очень длинная, и там рассказывается не только борьба двух миров, среднего и нижнего мира, там и включается Верхний мир, Небесное царство, где живут наши создатели, этот самый творцы, они называются так. Они творцы, они видимо, помогают этому жителям земного шара, жителям нашей планеты, чтобы они побеждали этот самый нечистый сили нижнего мира, дьявола, так, дьяволов. Вот. Поэтому, в общем, якутский народ раньше зависел от природы. Все. Колотника, если урожайный год, хороший год будет, жизнь якутского народа улучшается. Если хорошо они охотятся, рвачат, у них тоже жизнь улучшается, становится богаче. И они поэтому они преклоняются перед Небесным Царством. У них самое главное вроде Бога, так, Всевышнего, это Юрин Артоя, который создал наши земли, не только земли, но и их населяющих все человеческого рода, так создано. Поэтому Оланхо отсюда и начинается. О создании среднего мира, о создании потом человеческого рода,
потом обих, ну, бутье зелье, в общем, как разбиваться их жизнь. В общем, очень коротко, если сказать, Оломкосуд, этот самый, рассказывает стремление якутского народа к лучшей жизни. Так? Поэтому якутский народ побеждает и все препятствия нижнего мира, и всех препятствий невидимых сил, духов и так далее, и в конце концов доходит к самому богатому, прекрасному, прекрасной жизни по своей мести. Так? Поэтому Оломко имеет очень глубокую идею не только якутского народа, но и мечту и стремление всего человеческого земного шара. Вот поэтому и это ценили, и сейчас стал Оломко шедевром и всемирного признания как художественная литература. Хорошо. Вкусная художественная литература. Да, вот связано с этим, вот я вот просто вот мне говорили, и я думаю, может, это правда, я хотела слышать ваше мнение, что спад Оломкосутов и исполнение Оломко именно вот произошло во время советской власти, когда нельзя было вообще верить во что, но были атеисты. И как вы думаете, может быть, это было связано с тем, что действительно стало меньше и меньше слушаться Аллаху? Сейчас, конечно, слушателей мало, потому что уже отбыкли слушать Оломко как произведение, устное творение, как устное, очень такое, ну, можно сказать, привлекательное, что ли, очень творение человечества. Но раньше появились много Оломкосутов и великих Оломкосутов, потому что была среда слушателей. Так. Все якутские народы, как иранцы, вы спросили, этот Оломкосутов возвышали их. Даже если хороший Оломкосут, великий, который имена распространяются по всей республике, они и специально приезжают люди слушать его Оломко. И он очень часто дорогой гость от наслега к наслегу, оселился от другой луз и от семьи другой семьи и так далее. Поэтому часто они рассказывали и длинно, и пели. Поэтому они разбиваются, и появляется и Оломкосуты поэтому. А сейчас такой среды нету. Если там конкурс будет, вам дадут полчаса. Я побывал очень много фестивалей здесь, в своей республике Оломкосутов, и лучших самых таких Оломкосутов. Конечно, я там не принимал участия, ни конкурс меня не включили. Я как этот мастер-класс им рассказал Оломко и слушал их Оломко. Вот если посмотреть на это, знаете, им дается минут 20, если полчаса, и все. А они везде и всюди не рассказывают, не поют свой Оломко, поэтому не разбивается. Не получается ни Оломко тогда. Я сказал, что нет среды слушателей. Но я один эпизод смешной я вам скажу. Хорошо. Меня в прошлом году приглашали этот самый культуры, дом культуры республики по имени Кулковского. И занимали. Там сначала было, конечно, двое слушателей, они меня слушали хорошо. Потом оставили одного оператора, тот спит, а у него только кассета один час, я расскажу и думаю, что уже час прошел, встал и разбужу его. И начал. Вот если такая среда слушателей Оломкосутов, у Оломкосутов вообще не получается. У нас называется
уғақ онлар, аяға ғылылар, олан құғыт, іш өйдік істер болақтарына, аяға ғылылан, өрәуіл уғақ онлан жәші өйдік. Дуат керек. Отак вірки готові гатар була на кенол клан. От, коли слушателі много буде, тоді тільки він восприйняти і все. Так з чувством може петь і в такої. А от якщо чоловік і спить перед ним, він не може петь, звісно. От тому я сказав, хто мені дзвонив з Якутська, що у Салдана будете. Рассказывал он хоб длинное, я сказал, что я посмотрю от слушателей. Слушателей не будет, я не буду так долго рассказывать. Обязательно в то время цеха, который проводит собеседие, кто будет слушать тебя целыми несколькими часами. Вот я чувствую это, и я сказал, посмотри на, там на месте от среды. Но они обещали обязательно обеспечим такое, давайте, длинное ломко. Но я тогда сказал, что и уладит. Давайте трех часовую напишите, и там посмотрим. Это у меня первый час второго ломка. Это три часа состоит, это длинное ломко. Но я первый час могу полностью по вашей просьбе там расскажу. Голомко. Все зависит от среды, от слушателей. Да. Да? Хорошо, спасибо. Вот последняя как бы тема, это вот будущее. Почему отношение к Аллаху сейчас меняется к лучшему? Ну, это, конечно, вы сами знаете, это вот наш Аллаху. В 1906 году стал шедевром и признан ЮНЕСКО лучшим произведением, лучшим устным произведением, длинным самым. И правильно сделали. Тогда, вот тогда наш президент Вячеслав Штробсов издал указ, что вот 10-годовую уломку, 10 лет уломку, годом 10 лет. В связи с этим это ученые, языковеды и там прочие очень стали разбивать. В общем, написал Долонко, обращая внимание на разбитие, распространение, изучение, Долонко и обучение детям, населению. Очень много проведено работа. Так, да. И низкая и солидная сумма выделена для распространения изучения и учения Ломко Якутского, как шедевр, всемирный шедевр этот устного творения. Вот поэтому в связи с этим очень часто гости стали мне приезжать сюда из других республик. Даже из-за границы, в том числе и Аббаси. Вот, из Голландии приехали, из Германии, из Японии. Ну, они получают интервью, в общем, так. И тоже снимая Долонко, как устное произведение, как он меня снимает. А своя республика Якутия, конечно, очень меня оценили, и руководство правительства Кавалонхосуд, и Кульштиминидзе, даже я сказал, что вот состава правительственной делегации города Москвы, Ленинграда, дни Якутии, Москве, вот такие. И в связи с этим президент назначил мне стипендии 30-тысячной суммы ежемесячно. Это очень высокая оценка нас двоих. Это чайка Дарья Томская, по псевдониму Чайка. Она из Ивенки, из Беркаянского района, исполняет хотя на якутском языке, но ивенкийском стиле. Рассказывает и поет. Ну, двоих нас
признали я лохосутом и назначал стипендию. Так? Угу. После этого, ну, как я сказал, я как будто до девиз меня подняли. И вот 80-летним юбилеем мне приезжали сюда и руководство республики района, и телевизор снимали очень много. Вот так я коротко говорю. Это, наверное, очень такая хорошая ободрение. И это дает толчок и положило основание развития нашего АЭПа, якутского АЭПа, для дальнейшего изучения, обучения, а также распространения среди населения, особенно подрастающего поколения. Да. Может быть, из подрастающего поколения или наших детей вырастут какое-то время не лохосуты, а импровизаторы лохосуты. Угу. Хотя это трудно, я говорю. Да, но вы же слышали, когда были маленькие, и вот только потом стали лохосуты. Они по-своему рассказывают. Так, я к этому еще перебавлю, чтобы я написал два лохоса, я сказал, детсадников. Угу. Вот из нашего детсада в Ленинска две девочки исполняют эту лохо полностью. 20-минутную оломку с начала до конца наизусть и очень хорошо исполняет, поют. Они стали грантом этого детской бытты, кем день это были, Гоголева кино. Северная звезда конкурса детского этого. Гоголева Татьяна. Да. Сколько им лет? Сколько вот этой девочкам? Тогда они были детсадом. Сейчас уже перешел первый класс. Перешла первый класс, вторая, второй класс. Значит, 6 лет? Вот 6 до вас. Были, да, тогда? Да, 6-летние, 5-летние девочки. Исполняли Олонко. Они вот недавно здесь снимали вот как раз это Гоголева Татьяна Афанасьевна из НБК. Президент телевидения. Они снимали. Меня здесь дебют получили. И одна девочка вот Айса Филатова исполнена вот мою ломку. Называется это ломка. Кюнекова чертак, вистава, кюн-пинделевого. А второе ломка, который Айс Милена исполняет, это Аладирвата Рабмахсаллай. Короткие ломка. Они, кстати, будет издана книгой в прошлом году. По республике будет распространена. Отлично. Вот, вот какие желания у вас, вот какие видения у вас, что бы вы хотели бы видеть в дальнейшем в Якутии насчет Олонко? Действительно, как признал Олонко ЮНЕСКО, это уникальное произведение, один лист исполнителя Олонко-сутов. Серешевский, Великий Серешевский и Сурен-Улла Нельзя написали и сказали, что Олонко-сут – это единственный исполнительный актер Великого театра Олонко. Он исполняет и все герои Олонко. Их в одном Олонко даже больше 30, около 40 бывает. И все этих героев Олонко-сут сам их слова песнями, якутской песней с Наной Таюком. И при том в разном тоне, разных мотивах. Это очень сложно, для этого надо иметь. И при том создают на ходу их слова, создают на ходу сюжет Олонко. Поэтому получается длинное. Но изучить их не научишься. Когда старик не запоминает имя своего собеседника, как скилергоса, когда рассказывают Олонко, изнутри появляются их нужные слова. Вот поэтому
Елонкус называется, такой Елонкус. Вот ваше желание, я буду. Вот поэтому я говорю, что вот именно Якутская республика Олонко будет разбита дальше. Это зависит от того, что вот наше руководство республики, а также ученые, языковеды полностью целиком они сейчас обращают внимание на развитие якутского языка. Потому что якутский язык уже старинный язык. Даже некоторые предполагают, что якутский язык будет забыт через 50-60 лет как язык народа. Вот поэтому такое есть опасение. Потому что в Якутске наши дети уже не говорят по-якутски. А Олонко вообще не понимают, если они родной язык не, по родному языку не говорят, только по-русски говорят. Уже это не только якутска, и некоторых даже улусов такие явления появились. Поэтому сейчас через Олонко обращают внимание на развитие своего родного языка, якутского языка. Потому что как народ мы должны сохранить свой родной язык, якутский язык. И на это сейчас очень много внимания. Да. Много работы проводится, в общем, по всей республике. Вот. Так что перспективы есть для развития Олонко. Вы еще коротко сказать. Да. Спасибо вам большое за то, что вы сказали. Это очень интересно. Я очень хотела, чтобы многие это видели, что слушали. Мы очень ждем ваше исполнение, Олонко. И спасибо вам большое за то, что... Я вам тоже большое спасибо, что вы меня снимали и уже в Америке показали, что вот такой Олонко живет окраина Якутской республики, где это в Черпёхе. Это уже будет. Вот, спасибо вам. И Мария тоже. Махтап. Yeah.